Всем привет! Сейчас проверим еще одну программку. Сразу скажу, программка довольно-таки любопытная. Называется она Ubuntu Twig. Ну, поскольку Ubuntu является родоначальницей Linux Mint, то они практически в терминале понимают одни и те же команды. Вот здесь я напишу такое интересное словечко. Twig. Вот по нему два раза кликаете. Ну, у меня уже она установлена. Вы нажмете «Установить» и поставите себе эту программу. Запускаем эту программу Linux. Ну, здесь я могу в строке поиска просто набрать вот Ubuntu Twig. Запускаем. Значит, здесь программа, значит, ну, первая, дает обзор об оборудовании. То есть вот у меня там Intel, пятая ядрышка, 3 ГГц, там оперативной памяти сколько, название компьютера, платформа, среда рабочего стола, вот интересно пишет неизвестный, но в скобочках дается, Cinnamon. Вот здесь вот значочек, очень похожий на Bleach, ну, как говорится, бог с ним. И запись, что система не требует обновления. Приложение. Ну, тут сейчас она откинет длинный список, там, чего там и как. Тут, значит, будущее, тут, значит, вот новые приложения, тут, значит, все приложения. Ну, посмотрите, я особенно тут и не прыгаю. Здесь, значит, имеются настройки и звука, там, и тем, и прочие, и боинки, там, исправления, администрирование. В принципе, тоже неплохо. Ну и вот, посмотрите вот сюда. Система. Вот, допустим, нажимаете вы на старые ядра. Хорошо, старых ядер нет. И тут нормально. Неиспользованные пакеты нормально. Хорошо. Значит, ну, кэш Firefox, ладно. Я им практически не пользуюсь. От хрома, но я их трогать не буду, потому что они мне сейчас еще нужны. Ну, на личных там, на всяких делах она, конечно, может и заткнуться. И вот здесь еще имеются вот такие вот настроечки. Автоматическое сканирование, шин настройки, там обзор. И вот, кстати, в обзоре пользовательская информация, ну вот я могу галочкой тоже отметить. Но она спрашивает, откуда. Ну вот, в принципе, в таком духе. Ну, если я нажму здесь, то она тут очень и очень долго и, по-моему, бесконечно будет что-то искать. Ну, что могу сказать пользователям? Что, в принципе, для вас самое важное, вот, почистите приложение, почистите систему. Вот эти галочки поотмечайте. Вот. Ну, посмотрите там, если вы в интернете сейчас не работаете, вы можете все там поубирать. И кэш там, и медиакэше. Вот. Ну, меня это, скажем так, не напрягает, поэтому я этого делать не буду. То есть вот такая вот очистка системы, тот же быстренький пылесосик, она тоже очень хороша. То есть вместо того, чтобы набирать команды, две команды, вот эти вот,
Так, сейчас покажу. Чтобы не набирать вот эту команду в терминале. И вот эту. Вот, можно просто-напросто вот запускать это приложение и пользоваться им, как говорится, в свое удовольствие. Естественно, значит, что можно сделать так, чтобы значок этой программы был или на верхней, или на нижней панели. Ну, допустим, если я здесь сейчас наберу и возьму этот значочек, не хочет он идти, да ради бога. Добавляю его просто-напросто на панель и все. И в следующий раз, если вам надо будет почистить систему, запускаете этот значок, сразу бежите на очистку, чистите приложение и чистите систему. Все. Вот вам, как говорится, и весь сказ. Поэтому вот для Linux Mint вот эта вот программа по очистке системы, я считаю, что она гораздо лучше, чем программа Bleach. Ну, скажем так, это мое частое мнение, и я на нем не настаиваю. Тем не менее, вот такая полезняшка, значит, есть. Устанавливается она вот здесь вот, через менеджер программ. И для этого вам нужно будет набрать в поисковой строке очень простое словечко Twig. Вот так. Набрали, попали, зашли, поставили и пользуйтесь на здоровье. Ну ладно, всем всего доброго, до следующих и волнующих встреч.